Приветствую вас, дорогие зрители, с вами канал Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как поменять имя девайса на Redmi Note 10 Pro. Заходим в настройки и переходим в пункт о телефоне. И здесь, как вы можете наблюдать, у нас есть имя устройства. Мы можем его поменять на любое кастомное название и после этого нажать галочку. Таким образом, мы поменяем имя нашего устройства на то, которое мы захотим. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!